хочу показать вот эта вот сеточка, которая, это у меня черти шо из непонятно чего, всяких разных столбиков, совсем какой-то нерегулярная. А покажу ту, которая вот галочками. Смотри, вот взяла цепочку какую-то провязала. Смотрю, в зависимости от того, какие столбики хочу. Мне нужно эту цепочку присоединиться для начала, для того, чтобы, допустим, листик был остренький с одной стороны, руки опять не там. Присоединяюсь в начало столбиком с одним накидом. Да? Дальше мне нужно идти на расширение. Ну, то есть, вот, допустим, бумажка, я себе так нарисовала, типа, да? Ну, более или менее. Не точно, понятно, так не получится, как нарисовала. Дальше я должна подняться. Господи, как бы голову тут держать. Подняться, допустим, 2 или 3 петелечки на подъем. Потом у меня должна быть какая-то петелечка на расширение. И я могу галочку сделать сюда же, в эту петельку. Вот так. То есть, понимаешь, у нас здесь вот первая галочка наша. Я сюда поднялась. Мне надо вот здесь сделать воздушную петелечку. Сюда присоединилась. Сейчас показываю дальше. Допустим. Ну, это опять же все из головы прямо, прямо сразу и бегом. А если свяжем, допустим, теперь столбик с одним накидом вот сюда, под эту, или лучше не под эту, а в петелечку какую-то, да, которая у нас более или менее по внешнему виду там нормально. И я провязываю столбик с одним накидом, соединяюсь, делаю опять, господи, руки, черти где, воздушную петлю, опять сюда же присоединяю второй столбик с одним накидом. У меня уже оно пошло на расширение, но это как треугольнички будут, да. Опять делаю еще, допустим, расширение, 2 петли на подъем. Одной петелечки, наверное, мало. Делаю 2 петли, развернулась. В эту же петлю делаю столбик с одним накидом. У меня еще идет на расширение. Теперь следующую нужно будет мне связать вот сюда. Опять же, столбик с одним накидом. Можно вот прям подарочку, чтобы оно более внятные эти треугольнички были, как вариант. Но это тоже получается как а-ля регулярная, наверное, сеточка, только из треугольников. Да? Следующую вот сюда куда-нибудь, да, ввожу крючок. Потому что если я сюда введу, она у меня уедет. То есть мне нужно именно в цепочку куда-то воткнуться. Делаю столбик с одним накидом. Лицевая петелечка для расширения. Теперь уже смело могу просто подарку, потому что она уже никуда не денется. Видишь, у нас идет вот, вот мы уже расширились немножко. Теперь нам нужно будет делать на уменьшение, да, или пройтись, допустим, мы же можем, допустим, здесь сделать 3 петли. Если нужно чуть-чуть повыше сделать, мы можем сделать вот эти вот галочки, теперь мы можем сделать сюда, допустим, как вариант. Руки опять куда-то уезжают. Мы можем сделать, допустим, поднялись здесь, сейчас я придумаю, как его правильно сделать. Можем просто сделать вот эту вот галочку, типа якобы галочка, получится почти квадратик. Да? Ой, господи, боже мой, с этой ниткой это, конечно, еще то удовольствие вязать. Сделала, да, 3 воздушные петельки, допустим. Ой. Так, следующая галочка у меня может пойти. Если ты хочешь дальше ровненькое, вот так вот здесь, вот чтобы оно тут остренько, здесь прямо, и там дальше потом опять на уменьшение. Вот это прямо будет, да? Тогда мы можем в среднюю галочку эту войти крючком, связать столбик с одним накидом, воздушная петля. Опять сюда же столбик с одним накидом. Следующая галочка у меня будет сюда. В следующую галочку. Пардон. Вот сюда, в следующую галочку. Опять я делаю такую же галочку. Столбик с одним накидом, лицевая. В смысле, господи, лицевая. Воздушная петля. Сюда же столбик с одним накидом. А дальше можем пойти на уменьшение. То есть там, допустим, 3 воздушные петелечки.
И, допустим, дальше мы галочки можем начать вязать, пропустив вот эту под эту, допустим, как вариант. Это у нас петелечка. Тут получится такой себе треугольничек. Здесь сделаем уже из трех сделаем два, так, пардон, воздушную петлю для галочки. Воздушная петля. Вот смотри, у нас здесь было три треугольничка. Нам нужно из них сделать два. То есть вот это мы как бы для закругления этого сделали. После столбика с одним накидом сделали воздушную петельку. Вошли опять сюда же, делаем треугольничек. Раз. Пропуская эту для того, чтобы у нас было меньше, мы делаем треугольничек вот сюда. Понимаешь, да? Минуя один треугольничек. Вот сюда. Делаем воздушную петлю. Столбик с одним накидом же опять. Воздушная петля. Сюда же столбик с одним накидом. У нас получается из трех как бы два треугольничка из галочек. Сюда нам надо присоединиться каким-то образом. Это получается тоже без воздушной петли получается. Вот сюда куда-то делаем тоже столбик с одним накидом. У нас уже немножечко пойдет там на уменьшение где-то, да? Развернулись. Раз, два, три. И пошли то же самое, только теперь, допустим, куда? Мы можем вот здесь вообще сделать одну, допустим, галочку, да? Вообще в центр галочку. Если нас устроят, допустим, такие большие дырочки. Сейчас я посмотрю. Воздушная петелька, сюда же галочка. И сюда мы сделаем столбик с одним накидом. И оно ничего смотрится. Делаем опять 3 воздушные петли подъема. Разворачиваемся. Вообще можем здесь, допустим, 3 и в обратную сторону, допустим, как вариант, еще 2. И можем вообще вот сюда вот присоединиться, и это у нас уже будет то, что нам почти надо. Наверное, я так думаю, как обычно, но это не точно. Смотри. Оп. Получается? Сейчас я тебе скажу, сколько это сантиметров, для того, чтобы ты понимала, если будешь повторять полушерстью. А если от начала до конца, это у меня 7 сантиметров. Если устраивает такая штучка, значит делаешь так. Если нет, значит просто по этому принципу продолжаешь. Смотри, как она на темном будет смотреться из этих галочек, эта сеточка. Но это тоже, это такой хаос, это, наверное, не совсем сеточка. В хлопке, наверное, это будет более внятно. Ну, а так себе такое тоже, в общем-то, имеет место быть. А дальше я вот эту вот серединку, которую показывала, да, я ее просто обвязала столбиками с одним накидом, столбиками без накида. Пошла туда, вот сколько входит, столько и вяжу. Здесь, допустим, там 2. В следующую смотрю, сколько нужно. 2 здесь явно будет мало мне. Да, вот 3 тогда вяжу. Сюда 2. Ну и вот я обвязка по кругу. Делаешь, приходишь сюда. Ну, если прямо отсюда начнешь, получается, для того, чтобы потом тебе листики какие-то делать, тебе же, ты придешь сюда, но у тебя эта сторона не будет полностью обвязана. Тогда просто вот эту вот штучку нужно будет довязать. Пардон, опять руки, черти где. Нужно будет ее довязать до тех пор, да, вот ты сюда придешь столбиками без накида. И столбиками же без накида пойдешь вязать для листиков. Потом воздушная цепочка. И пошла сюда вот так, как... Так как вот это вот, если хочется такое. Ну, я надеюсь, понятно. Если чего, маякуй.